Договор был подписан сегодня между двумя театрами Сочи и Симферополя. Это долгосрочное творческое сотрудничество. В рамках договора начались гастроли Крымского академического театра. Уже сегодня постановка «Жить как боги» Юрия Полякова. Спектакль поднимает проблему нравственного перерождения общества. Во вторник – доходное место Островского, а в среду – любовный капкан Коровкина. Мы вернулись на свою родину. Мы вернулись навсегда. Больше уже никогда Крым не уйдет из России. Никогда. Это на всю оставшуюся жизнь и нашу с вами. Что могу сказать? Нас, как трудно нам или легко? Нам, конечно, непросто. Непросто, потому что мы были оторваны от российской театральной деятельности. Мы не гастролировали, мы были статичны. Известно, что Крымский театр не имеет аналогов в Европе. Это уникальный театральный комплекс, состоящий из 6 сценических площадок, где одновременно проходят разные постановки. В год театр дает 535 спектаклей. Его любят за высокий стиль, где глубокий психоанализ соединен с истинной театральностью и яркой художественной формой. В Сочи, надеются, городские власти это оценят. Сегодня такого популярного и города, предоставляющего, на мой взгляд, очень качественную культурную услугу жителям и гостям нашего города, и при этом города, который не имеет своей театральной труппы, для нас очень важно сегодня иметь таких партнеров, как Крымский академический драматический театр. Народный артист Украины Валерий Юрченко на сцене 55 лет. Играет 14 спектаклей в месяц. А вот с сочинской публикой первое знакомство. От того есть и волнение, и желание понравиться зрителю. Ведь теперь в рамках договора о сотрудничестве крымские артисты будут бывать в Сочи как минимум 2 раза в год. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.